Привет-привет! С вами Лилия Донского, и сегодня у нас распаковка. Я получила такую посылочку от компании Organic Zone. Я уже второй раз получаю посылку. Первый раз мне присылали средства уходовые для тела и для волос. Особенно понравились маски для волос. Компания позиционирует себя как производитель натуральной косметики и сочетает лучшее от природы и от науки. Ссылку на сайт я оставлю под этим видео в описании. Вы можете зайти и посмотреть, какой ассортимент, какие цены. А сегодня мне прислали еще несколько продуктов, и сейчас вместе мы посмотрим, что же именно здесь лежит в этой коробочке, ну и максимально все попробуем. Так, вскрываем посылочку легким движением руки. Все хорошо упаковано. Так, и начнем. Сейчас я все баночки достану сразу. Ой, какие красивые упаковочки. Так, всего 6 продуктов. Сейчас мы с вами будем смотреть и пробовать. Так. Так, первое, что я заказала: шампунь с эффектом ламинирования для секущихся и ослабленных волос, бальзам-кондиционер с эффектом ламинирования, тоже одна серия. Я хочу посмотреть, какой будет эффект. Кстати, если вам будет интересно по какому-то продукту из тех, которые я буду тестировать, задавайте вопросы в комментариях, я после тестирования уже смогу вам рассказать свои впечатления, какой эффект получила от применения, с удовольствием с вами поделюсь. Ну, все так запечатано. Сейчас, наверное, вскрою один флакончик, потому что пользоваться все равно сейчас начну сразу. Интересно будет попробовать. Так, хочется понюхать аромат. Вот так вот все запечатано. Ну, аромат достаточно приятный, интересная консистенция, как будто бы он немножко маслянистый шампунь. Но это все нужно пробовать, конечно. Далее, вот такое кокосовое масло, прям написано экопродукт. Кокосовое масло я очень люблю, и самое мое любимое, которое я пробовала, это то, которое я привезла из Таиланда. Мне вот интересно, какой аромат будет у данного масла. Так, сложно запечатанное, сейчас я попрошу моего режиссера распечатать, помощника. Мы пока посмотрим другой продукт. Это крем для тела антицеллюлитный. Да, грешна, есть у меня небольшие проблемки в этой зоне, хочу от них избавиться, поэтому попробую такой крем. Как раз у меня, ой, немножко вытек крем, кстати, зато мы его отсюда возьмем. Интересно, почему он вытек? Ну, наверное, из-за того, что жара все-таки, и коробка, может быть, лежала кверх тормашками как-то, непонятно. Ну, давайте посмотрим, какой он по консистенции. Консистенция у него гладенькая, приятный крем. Сейчас посмотрим, как он будет впитываться. Я люблю, когда крема антицеллюлитные не быстро впитываются, чтобы успеть массажером хорошенько поработать, помассировать, чтобы вот этот эффект скольжения подольше сохранялся. Но вот сейчас уже прошло какое-то время, я чувствую, пока скольжение идет. Ага, вот уже прям впитывается, впитывается, все, все, впитался. Видите, уже рука не скользит, то есть впитываемость достаточно быстрая, но можно успеть поработать с массажером или специальными там какими-то приспособлениями, которые вы используете. Я просто люблю массажер, у меня есть такой прикольный с такими вот усиками, он такой жесткий достаточно, немного болезненный, но зато эффективный. Есть некоторый аромат, такой небольшой какой-то аромат от этого крема. Так, а с чем он у нас? Не написано, какой состав, но тут какая-то ягода нарисована. Ну, в общем-то, экстракт гуараны, вот он, ускоряет сжигание жира, и кофеин обладает способностью стимулировать распад жировых отложений. Но буду пробовать, расскажу вам. Самое главное в борьбе с целлюлитом — это системность. Если делать ежедневно, то результат будет. Если раз в неделю, раз в 3 дня, то это все ерунда, на самом деле не будет результата. И вот смотрите, и скраб, я взяла скраб и крем. Почему? Эффективнее всегда антицеллюлитные средства,
если мы сначала хорошо поскрабируем кожу. Естественно, каждый день скрабом пользоваться нельзя. Я взяла красный грейпфрукт, обожаю аромат грейпфрукта, сам фрукт этот люблю, он считается как фрукт красоты и молодости. Так, вот такие на самом деле вот закрывашки, они неудобные, вот которые в этой банке, но если пользоваться каждый день, то можно в принципе достать и выкинуть и не закрывать вот этой вот штукой, потому что доставать ее каждый раз неудобно. Да, запах приятный, знаете, такой не химикозный однозначно. Иногда бывает, я любитель походить по магазинам, если что-то можно понюхать, попробовать, я обязательно все пробую, чтобы иметь представление о продуктах. И иногда вот просто пахнет химией, понимаешь, что здесь грамма нет и намека на грейпфрукт. Ну, пахнет хорошо, и вот по консистенции он, видите, какой прям, да, действительно напоминает, как будто здесь и в составе есть соль, и она немножечко растворяется. Вот я вот так вот двигаю, состав приятный, видите, он даже немножечко стал беленький, то есть при контакте вот с кожей он побелел, соль практически растворилась. То есть я делаю вывод, что скраб не будет таким царапучим, неприятным, но вот крупные солинки попадаются, да, они конечно немножко как ощутимы, но не сильно. А вообще цвет приятный, прям как будто действительно как банка с икрой, посмотрите, ну, банка с грейпфруктом. Так, посмотрим, что здесь написано, что здесь у нас сходит. Так, кристаллы морской соли, масло ши, масло какао. Масло ши — это шикарный увлажнитель для кожи. Так, смягчают, делают кожу шелковистой. И депантенол интенсивно увлажняет кожу, стимулирует регенерацию. То есть вот то, что нужно: сначала хорошо скрабируем, потом наносим антицеллюлитный крем. Так, сейчас я возьму салфетку, вытру скраб, секундочку. Так, потому что здесь еще есть два продукта, и мы их сейчас хорошенько должны рассмотреть. Вернемся к нашему кокосовому маслу. Рассказываю, когда мы были в Таиланде, я купила себе кокосовое масло, меня так возрадовал этот аромат, просто это что-то действительно райское наслаждение. Я набрала очень много бутылочек, я их брала и в подарок, я взяла себе и дочке, и конечно же через какое-то время оно кончилось. И вот тот аромат кокосового масла, он был просто необыкновенный, это вот просто божественный, и кожа от него шикарная, с ним загорать здорово. Но вот сколько я покупаю кокосовое масло здесь в России, вот этого аромата я больше не ощущаю. Да, и от этого тоже не пахнет так, как хотелось бы, то есть райского наслаждения нет, но я надеюсь, что оно будет по качеству хорошее. Я попробую загорать этим маслом. И оно также полезное, здесь есть у нас аннотация, за волосами, можно делать маски для волос, даже и выпадение волос убирает. Наносим масло на корни и кончики волос на ночь в течение месяца. Давайте попробуем. И для ухода за кожей смягчает, питает. Рекомендуется носить масло как перед принятием солнечных ванн, так и после. Да, как раз то, что я и говорила, то, что кожа становится намного мягче. Вот, так что буду пробовать масло в пластиковой бутылочке. И конечно, масла нужно хранить в темном месте, и если будет холодно, то масло может загустеть. Видите, вот оно прям стало такой вот уже белесость, потому что сегодня немножечко прохладно, и ну не могу сказать, что холодно, но перепад температуры значительный. Так, и остался еще один продукт запечатанный, сейчас посмотрим, что это такое. Должно быть что-то для волос. Хорошо запечатано, потому что стеклянный флакон. Это несмываемая сыворотка для волос, тоже с эффектом ламинирования, то есть примерно это одна и та же серия. Я вижу тот же цветочек, да, миндаль и цветок розы. Так, давайте посмотрим на миндальном и органовом маслах. Шикарно, давайте пробовать. Это мы можем с вами потестить вот так на руке. Ой, какое интересное масло, слушайте, оно густое. А, это сыворотка, это не масло, это сыворотка.
Интересный аромат. Ой, она растаяла. Обратите внимание, то есть я только сейчас положила, была густая капля, а теперь она просто растаялась. Ее можно перенести на волосы и оставить ненадолго. Где у меня прядка волос? Так, вот моя прядка. Я ее тут же смажу этой сывороткой. То есть ее смывать не нужно. То есть мы ее наносим и оставляем на волосах. Посмотрим, какой будет эффект. Пишите обязательно в комментариях. Я дам свой отзыв, обязательно напишу обратную связь. Вот. Вам спасибо за внимание. Желаю всем красоты и всего самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.